Добрый день, дорогие зрители. Хочу вам показать номер, который я снял во Львове, прямо на площадь Рынок. Подо мной Краивка находится, это во Львове. И здесь апартаменты, вот вы видите, сейчас переверну камеру. Вот вход в номер. Выдается сразу же такая карточка. Вот карточка Just Leave. И выдается карточка на завтрак. Завтракать вы можете... Сейчас покажу где. Значит, вот вешалка здесь. Холодильничек такой. Микроволновка. Много посуды различной. Чайничек. Вот, можно заказать и покушать здесь в номер. Здесь уборная, туалет. Вот фен есть. Бойлер, горячая вода всегда, умывальник, зеркало, вот такое зеркало еще есть. Душ я только что помылся, очень такая водичка хорошая. Душ сам не фуфло какое-то китайское, именно хорошо сделан, что-то типа Италии. Так, вообще мне... По ощущениям, вот в самом номере, как будто я где-то или в Италии, или там, не знаю, в Германии. В общем, так сделано все оригинально. Я буду сегодня один ночевать здесь. Вот телевизор. Вообще здесь может 4 человека жить. Здесь кровать большая, раздвигается, вот там постельная есть. Здесь 2 человека может спать. Огромный номер, большой, как апартаменты такие. И вот вид такой вот красивый из окна. Такое окошко. Вот такой вид. Здесь вот кафе, в котором кушать можно, завтракать. Прямо через дорогу, то есть вот вышел и сразу же кафе. Ну, либо второе место, она говорила, там за этим зданием. Вот. Кондиционера здесь нет. Ну, на самом деле я кондиционер не люблю, потому что я обычно после кондиционера у меня закладывает все уши, нос. Вот 2 вентилятора как раз для меня супер. С двух сторон будет обдувчик идти хороший. Вот такой номер. Еще раз повторю, внизу находится Краивка. Кто во Львов едет, все обязательно идут в Краивку. Это национальная такая кухня. Со своими приколами местными. Вот такой номер.